Все хотят жить в достатке, обеспечить свою семью только лучшим, иметь много свободного времени, чтобы проводить его с близкими людьми и заниматься любимыми делами. Но получается это далеко не у всех. Одни достигают финансовой свободы и живут, наслаждаясь жизнью, а другие постоянно трудятся, проводя на работе большую часть своей жизни и не получают от этого материальной отдачи. Вы обращали внимание, что делает большинство людей, чтобы увеличить свой доход? Они постоянно ищут новые возможности заработка, трудятся в свободное время, по вечерам, выходные дни. Они работают на двух работах и думают еще, где взять несколько часов в сутках, чтобы устроиться еще и на третью работу. Другими словами, эти люди обменивают свое время на деньги. Но каждый знает, что у человека есть всего 24 часа в сутки. И отдавать работе все время просто невозможно. Но это еще не все. Самые тяжелые времена наступают, когда больше невозможно обменивать свое время на деньги из-за возраста, здоровья или по каким-то другим причинам. И тогда доходов или не остается совсем, или они настолько малы, что на них невозможно жить, можно только выживать. Так как же тогда многие миллионеры заработали свое богатство? Они не стали обменивать свое время на ограниченный доход. Они поняли, что нужно найти такой источник дохода, который будет работать без их участия. Эти люди потратили свое время, деньги, усилия, чтобы создать для себя источники пассивного дохода. Чтобы стать богатым, заставьте деньги работать на вас. Ищите методы альтернативного заработка, который в будущем будет приносить постоянный доход в то время, когда вы занимаетесь своими делами. Чем больше будет таких источников, тем меньше придется работать. Организовать и получать такой доход непросто. Нужно приложить немалые усилия. И на это могут пойти годы. Но это того стоит. Я по образованию финансист, поэтому давно узнал о таком подходе к заработку и к финансовой свободе. Уже в начале своей карьеры я понимал, что работа от зарплаты до зарплаты не позволит мне жить так, как я хочу. И поэтому мне нужно найти источники постоянного дохода. Я стал активно искать разные варианты. Жадно впитывал любую информацию, много общался, постоянно думал о том, что я могу сделать прямо сейчас. Возможно, вы удивитесь, но вариантов, которые на самом деле могут сделать вас богатым человеком, не так много. Но они есть. И среди них сетевой маркетинг. Я узнал о нем случайно, но сразу почувствовал, какие возможности он открывает передо мной. Как он может изменить мою жизнь? Я хотел перемен. Я хотел жить интересной жизнью. Я хотел жить в достатке и обеспечивать свою семью. Я решил попробовать сетевой бизнес. С тех пор прошло уже почти 30 лет. Я до сих пор занимаюсь сетевым маркетингом. И теперь уверенно могу сказать, что это один из самых лучших и надежных источников пассивного дохода. Конечно, есть и другие методы создания пассивного заработка. Но многие из них непонятны и сложны, если у тебя нет специальных знаний и опыта. Чтобы их использовать, нужно разбираться в инвестировании или других экономических аспектах. Или иметь большой стартовый капитал, чтобы купить квартиру или какую-то технику, чтобы сдавать это все в аренду. Но в multi-level маркетинге все иначе. Чтобы начать зарабатывать в сетевом маркетинге, вам не нужно больших вложений. Здесь не нужны специальные знания в экономике, математике или какие-то другие сложные дисциплины. В сетевом бизнесе может работать каждый, независимо от возраста или состояния здоровья. При этом, работая в сетевом маркетинге, можно создавать отличный источник пассивного дохода, если правильно воспользоваться принципом построения сети. Здесь все зависит от вас. Ваши усилия приносят возрастающий доход и контроль над собственной жизнью.